Емоції на екс-факторі розжарені, як ніколи. Можна навіть побачити, як іскри у повітрі палахкотять. А все тому, що ми не щулися, як дісталися середини п'ятого раунду битви за титул головного співака України. Чотири конкурсанти вже намагаються оговтатися після неполохливо-переконливих виступів. А ще четверо готуються влаштувати тут небачену феєрію. А ви ж пам'ятаєте, дива трапляються там, де у них вірять. Новий Ліптон – зірковий спонсор шоу. Йолочка, цілий тиждень в знімальному павільйоні вирували чутки і пересуди. Гомоніли, що твої єдині підопічні, дует Аркадій Маляка, зіткнулися із нездоланими перепонами, що тобі навіть заплановану пісню довелося відкласти. Ну, що з того правда? Пролий світло. Оксана, для нас нет ничего непреодолимого. Да, мы сталкиваемся со сложностями и решаем их по мере поступления. Иногда нам очень трудно, но мы никогда в этом не признаемся. Да, так сложилось, что нам пришлось поменять песню. Ну, такое бывает. Но я уверена в своих ребятах, они обязательно справятся. И вы уже, конечно же, догадались, о ком я говорю. Встречайте, Аркадий Маляка! Підпалю листа, я підпалю листа, комір цінним, щоб сюжет не став, станція метро не та. Ви удивили даже мене, я перепал... Разувайся, хорошо. Я бы с удовольствием сделала то же самое. Я не помню ни что я пела, ни как я шла. Ничего вообще. Тикай-то, тикай-то, здорово. Давай, Слава, давай без нашей дырки. Там очень плохо было, долго я где-то минут 40-45 приходила в себя, мне очень холодно было, жар, такое непонятное состояние, ужасное. На саме оголошення результатів ми виходили, а я тримав ватку на штину спиртом, на всяк випадок, і підтримали Маляку, і вже що, зразу привезти її до тями. У п'ятому раунді глядачі хочуть бачити Аркадія Маляку! Вітаю вас! Все добре, Максоня? Що ти скуди на моєї? Я ще не розповідав, що я з 5 років займався футболом. Я вірив, що я стану футболістом спочатку, але потім мене почали докучати мої травми. Це все потім 2 місяці відновлююся. Форму набрати досить важко. Хоча я був дуже здібним гравцем. Мало хто знає, що я знімалася в фільмі «Сонька Золотая Ручка». Мені була дуже відповідальна роль. Вона була такою любимницею серед толпи. І от цією головною, центральною толпою лицом повинна була бути я. Все очень-очень печет там внутри, непонятно почему. Что печет где? Связка скребет. Связки? Угу. Сейчас жди. Сейчас идите. На, во-первых, ты можешь ждать. Нет, а мне якобы не идут. Может быть, это из-за предыдущего эфира, из-за какого-то нервного срыва, потрясения. Сел голос. Если она споет эту песню, она рискует остаться без голоса. Ребят, меняем песню. Мало времени, чтобы выучить новую, но это лучше, чем сорваться в прямом эфире. Это неприятная ситуация, достаточно очень сложная. Нам приходится отказываться, переходить и в экстремальном режиме делать сейчас новое все. Ну, у них немає выбора, потому что они не могут сняться. Правильно? Они должны выступать, не дивлячись ни на что. Короче, все, не нервуйся. До суботи, надіюся, стигнемо. Головне, не хвилюйся. Чула? Все буде добре.
Аркадий и Малика. Аркадій, Маліка, я вас просто обожнюю. За те, що хай там що відбувається навкруги, хай які труднощі трапляються на шляху, а ви виходите на сцену, і у залі стає світліше, і у серці стає світліше. Скільки приємного серцю романтичного фльору було у вашому виступі. Який святковий настрій, правда? Ігорю, у тебе такий замріяний вираз обличчя, наче ти згадав молодість. Коли ось так бігав до кінотеатру. Та що згадувати молодість? Вона була вон позавчора. Знову захотілося в Париж. Вчора хотілося, Йолка, також да, в Париж. Ну, вам можна нічого було не робити взагалі. Ба-ба-да-ба-дам, ба-ба-да-ба-дам, ба-да. І мені б сподобалось, тому що ви класний дует. Браво. Дякую. А ще подобається. А ще подобається, що ви намагаєтесь в кожному ефірі танцювати, а це дорого коштує в нашому X-Factor другого сезону. Танцюйте надалі, це виграшний варіант для вас. Дякую. Серега, готові почути твою думку? Я вынужден признать, что дует справился с поставленной задачей. Хотя я не поклонник вот такого спокойного, атмосферного, закадрового пения. Мне хотелось бы, чтобы Йолка в этом сезоне использовала вас как свой фен она использует, на полную мощность. Понимаете, в чем дело? И, Аркадий, будь осторожен. Чем чаще ты носишь женщину на руках, тем скорее она может забраться тебе на шею. Дякую. Сергею, я впевнена, дует цей вас потішив.
Да, дуэт меня, безусловно, потешил. Сам номер потешил. И я вспомнил не молодость, как Игорь Кондратюк. Ну, молодость моя продолжается. Тому я вас про це не питаю. Я вспомнил детство. Причем детство раннее. Детский сад. Утренники. Перед Новым годом. Вот была такая же атмосфера. И елка была. Ну, была живая, правда, елка в наше время. У нас тоже жива. Я тут. А вот. И все это было так атмосферно, действительно. Все кружилось. Снежинки, пушинки, прекрасный антураж. И ребята, как дети. Маляка, маленькая девочка в этом платьице. Очень миленько. И, Маляка, ты как будто вот действительно перешла вот в раннее свое тоже детство. Вот ты почувствовал себя маленькой девочкой здесь. Это здорово. Ну, а Аркаша был таким вот кавалером. Тоже вот, да, молодец. А, это было по-детски во многом. И в этом была мелота, в этом был особый вкус. А, это интересно, это имеет право на существование, безусловно. Но это не было номером из фильма «Мужчина и женщина», из французского фильма. Это было вот именно по-детски совсем. И передайте, пожалуйста, привет жонглёру от меня. Он особенно меня обаял. Обов'язково, дякую. Ёлочка. Який цікавий эфир. Я всегда своим ребятам говорю, что самое главное во всех номерах – это атмосфера. Атмосфера счастья и любви. Сегодня вы нам подарили атмосферу сказки. Вы подарили нам праздник. И мы впервые задумались о том, я уверена, очень многие телезрители сейчас вспомнили о том, что накануне праздники новогодние. И очень многие, да, коллеги, задумались о подарках новогодних. Правда, спасибо вам за это ощущение сказки. Вы такие молодцы. Вы действительно сказочные персонажи. И еще, коллеги, уважаемые телезрители, мы с моими подопечными, с моими ребятами обещаем, что мы обязательно исполним песню, которую мы готовили к этому эфиру. Да, ребята? Мы все сможем.